Всем привет, друзья, с вами Realize, и сегодня мы поговорим про малоизвестный проект DK Mobile The Return of Heroes. Это мобильный MMORPG, которая пока доступна только в Южной Корее и на Android, именно поэтому про нее практически никто не знает. Проект вышел примерно год назад, и теперь разработчики хотят его вывести в глобальную версию. Проект не просто похож на L2M, а это прям точно его копия. Здесь также есть система карточек, агатионы, даже соски, магические, физические. В общем, ничего нового проект нам абсолютно не предлагает. Разработчики прекрасно понимают, что они уже ничем не смогут удивить людей в глобальной версии, соответственно, они добавляют туда NFT-токены, которые можно будет обменивать на реальную валюту. При этом транзакции будут проходить через специальную платформу Cam2Us, которая на данный момент находится в разработке. Это позволит игрокам продавать внутриигровые предметы за NFT-токены и впоследствии выводить их в реальные деньги. В Корее на старте DK Mobile заняло только 5-е место в рейтинге Google Play. Сам же проект выходит в первой половине 2022 года, поэтому если вы ярый фанат Lineage 2 и хотите еще и заработать, то я думаю, данный проект придется вам по вкусу, но еще раз повторюсь, ничего нового вы в нем точно не увидите. Ну а я продолжаю следить за подобными проектами, и как вижу, вам тема NFT очень интересна, не факт, что я сам в них буду играть, но буду записывать вам подобные новости. Мы же с вами увидимся в следующих видеороликах, всем, друзья, удачи, всем пока!